Добрый вечер, Москва. Так к вам спешил, на мне лица уже нет. Вам не видно? Пожалуйста. Это мне так повезло. Дед решил коня молодого подковать. Конь спокоен был тогда, бурный нрав сумел унять. Не понять из-за чего он копытом вдруг легнул. Странно все произошло, словно кто его спугнул. Вдребезги разбито все лицо. Думали, он мертв, но те выжил все равно. Yeah.
Я сейчас вернусь.
сильно вдруг почувствовали все. Вначале у нас монолог. Надеюсь, вы его вместе со мной прочитаете. Два детектива к дому мельника пришли. Останки в поле необычные нашли. Просили к месту отвезти и показать. И если знаешь, что об этом...
Мельник снял с плеча двуствольное ружье. Оставь овец, пастух, пройдешься босиком. Его сапог подкинув, метко прострелил. И крикнул взять его, собак своих спустил. Ну что, друзья, как вам атмосфера, как вам этот клуб? Лично мне здесь очень нравится. Отличный клуб, отличная атмосфера. И, кстати, скоро у меня здесь будет сольный концерт, 10 ноября. С супер гостями. Я хотел бы пару слов рассказать про этот концерт. Здесь, 10 ноября, пройдет мой сольный концерт, где будут представлены мои авторские композиции с такими гостями, как Сергей Маврин и композиции его авторства. Сергей Терентьев, прозвучат его композиции. Петр Елфимов, Дмитрий Горбатиков, вот, и также Олег Грановский. Вы когда-нибудь видели такой состав, кроме арийской семейки? Это будет, по-моему, легендарное событие. Так что милости всех просим, на входе стоит плакат с QR-кодом. Билеты пока что еще очень недорогие, так что милости просим, 10 ноября. А первый концерт, кстати, который был в Москве у меня, он прошел при поддержке Андрея Большакова, который где-то здесь в зале. Наверное, уже не здесь уже, да? Но был только что. Окей, сейчас прозвучит композиция. Я, моя любимая песня группы «Ангел-хранитель» называется «Художник». И по традиции нам потребуется фонари. Подруга!
на земле лежал один. Мне страшно уходить, я ведь пламенем горел под одной простой искры. Ты смогла меня согреть красным цветом, словно кровь. Ты солнцею зеленью простой закат и последний мой рассвет. Мне не страшно уходить, я ведь пламенем горел. Ну а мы с некоторыми с вами увидимся 10 ноября. Thank you.
отсутствие. Видно, мне пора идти забирать несчастный ужин мой, то, что Бог нам подарил. Я грузил шагом убитый, он к добыче поспешил. В темноте увидел силуэт, выстрел зверя повалил. Вот беда, да это человек, что ж я дурень натворил. На спине его домой тащил, он дверную дверь закрыл. Он тихонько говорил, много лет живу охотою и в котел воды налил. Парень был еще в сознании и на старика глядел. Лишь зашторив окна мутные, он топор в руках. Друзья, как вы все уже наверняка знаете, сейчас мы записываем наш очередной номерной альбом, который будет, так сказать, полностью концептуальным по истории нашего одного из самых любимых персонажей, именно знахаря. Вот, и сейчас для вас мы сыграем композицию, которая вышла совершенно недавно. И эта композиция как раз будет с этого альбома. Эта песня называется «Праведный поход». Споем вместе?
что вокруг с нами происходит. Каждое ружье нужно зарядить. Кому-то лишь это мера остановки. Так пойдем же и покончим с этим зверем этой ночью. Где-то под солнцем скрывается мысль. Ярость.
что, друзья, как настроение ваше? Знаете, наш концерт уже подходит к концу, но у нас есть одна очень хорошая, добрая традиция. Заключительную песню концерта мы всегда поем вместе с вами. Эта песня называется «Таверна, пьяная семерка». Но в начале нее всегда, конечно же, следует монолог. Я надеюсь, что мы прочитаем его вместе. Давайте тогда. «Качала вывеску от ветра, над ней лишь свет от фонаря». Нашел я в погребе своем. Но как она сюда попала, таких я сроду не держу. Хотя без разницы бродягам, они... Вы самые лучшие. Oh,
Друзья, ну я надеюсь, что мы никого не оставили сегодня равнодушным. Надеюсь, вам всем это понравилось. Мы обещаем и также приезжать, дарить вам свое настроение, свою энергию. А сейчас по уже сложившейся хорошей традиции.